Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 6a. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве перейти в режим Recovery. Итак, для начала мы отключаем телефон. Нажимаем «Выключить». И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку «Питание» и «Уменьшение громкости». Попадаем в такое вот меню. И теперь для того, чтобы нам с вами перейти в режим Recovery, нажимаем на кнопочки питания, чтобы переключать режимы. Точнее, на кнопочки громкости, чтобы переключать режимы. Видим, что здесь у нас написаны какие-то режимы. Находим Recovery Mode и нажимаем на кнопочку питания. Видим лежачего андроида, и теперь, чтобы его обойти, мы нажимаем на кнопочку питания и увеличение громкости. И попадаем в такое вот меню. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.